Мы вас любим. Вы приехали из Уфы, привезли вам любовь. Мы вас любим. Екатеринбург, мы вас любим. Друзья, встречайте, российский кинокритик, киновед, кинопродюсер, педагог и заслуженный деятель искусства России Армен Медведев. Первый, мне кажется, это громкий. Да, и большое счастье, спасибо режиссеру Альду Раскарову, что он отобрал меня из многих на кастинге и дал возможность приобщиться к этому прекрасному, молодежному, живому, драйвовому проекту. Ну и, соответственно, наверное, теме фестиваля, Ну и на красной ковровой дорожке появляется заслуженный работник культуры Российской Федерации, программный директор второго Уральского открытого фестиваля российского кино Валерий Кичерин, а также кинорежиссер Валерий Ахадов. Но у меня ноги затекают. Не могу.